Вот Дед Мороз — это то, что нужно для этой погоды, да. Реально Дед Мороз, потому что уже неделю я просто замерзаю, так как я не мерз минусовую температуру со снегом в Херсоне. Блин, это просто жесть, друзья. Я вас всех приветствую, желаю мира, добра всем. Мы на субботнем рынке в Махмутларчике. Без 5 часов 52 минуты. Вечерний рынок. Солнышко светит, но оно ни черта не греет. Сейчас по ощущениям всего лишь градусов 8. Ужасный холод. Людей даже мало сегодня, как продавцов, так и покупателей. Это видно вот по свободным таким вот. Особенно вечером всегда в это время должно быть много людей. Просто меньше реально сегодня из-за холода. В том числе и продавцов. Идем смотреть цены. Лир огурцы. Первый раз вижу сыворотку молочную. Первый раз вижу в Турции вообще. Я люблю соком разбавлять. И окрошку я люблю на ней. Видите? Смотрите, как мало людей, просто везде свободно. 15 лир огурцы. И 13 баклажан. Смотрите, вообще пусто. Гранат 12, айва 10, киви 20, клубника 20 и клубника 30. Мандарин 20. Так, идем по прямой. Еще давно так не было мало людей здесь, тем более на вечернем рынке. Кини 8, супер цена 8. Блин, были после дома, я взял бы. Подвели резили. Баклажан. Дальше чуть побольше людей, но все равно их мало и очень много пустых мест, где нет даже продавцов. Клубника 30 снова. Грушки 8, 6, лимон 3. Яблоки 7, груши 7. Картошка подорожала тоже уже у всех, уже. Вау, уже по 10 даже картошка. Обалдеть. Все, я хвастался, что не цены не подвластны подорожанию лук и картофель, но они тоже постепенно. Картошка, по крайней мере, точно уже тоже подорожала. Апельсины по 3, лимон 2,50, грейпфрут тоже по 3, наверное. Кабачки 12, горец 10. Помидорки 15, вот эти на веточках вкусные, мелкие 15, пембо 15 вкусные, кабачки 10, яблоки 7,6, самая большая лира штука 5 лир капусты. Авокадо уже по 15 штучек, тише хорошие. 10 огурцы, по 10 баклажан. Думаю, что-то с головой, я вижу капи по 30 лир.
как по 30 лир. Я вчера рассказывал, что 24 это жесть, Бимми. Капе 30 лир. Капе перец 30 лир, люди. Это уже скоро будет у нас, как в Киеве или в Москве цена. Догоним, перегоним называется. Но сейчас еще посмотрим. Вот перчик по 10. Жесть, конечно. По 30. Люди наши арбузы берут. Не наши арбузы, люди наши, я имею в виду. Здесь без цены капе. Не знаю, может из-за того, что все сейчас мерзнет. Я не знаю, как там, когда оно где растет. Но с этим морозным вот последним месяцем я не удивлюсь, если вообще цены еще на все поднимутся. Будут цены как в Украине и в России. Это будет полный трэш, особенно это большущий удар для местных, потому что у них такие цены. Раба! Привет, привет! Merhaba arkadaşlar. 4 lira. Ты не видел? Видео. Два канала, second channel. Там линк. 4 лира. Смотри, сейчас покажу. Смотри, first channel name Ромка Рокер, а second channel Ромка Рокер Аланя, second channel. Два канала. Ver bir tane de bana ver bak. Ben çıkacak mıyım? Ты там даже на заставке. Вау, тут ветер, все взлетает, жесть, вообще просто жесть. Так, мне надо было что-то у них купить. Я хотел черную редьку. Еще что-то. Сейчас цены посмотрим еще. Так. Зелень по 3. По черная редька. Свекла по 8 уже стала. Морковка по 6. Зеленый раба. По 6 самая красивая морковка. Эти по 5, а где черная редька? Мешки вот, по-моему, черным. Салатик айсберг. Петрушка по 3. Нужна черная редька для меда. Пакетик. Сейчас, друзья, куплю редьку черную. Холодно. А где шапки, где холодно вообще? Есть шапка. Да, я знаю. Меня зовут Али, меня зовут Чето. 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 Все хорошо? Холодно. Холодно. Очень. Почему? Даже в маске тепло. Босс, это самый главный, да? Босс, привет, босс. Фу, побежал я, невозможно даже на месте стоять долго, потому что холодно, реально, реально холодно. Все, увидимся, пока. Yeah.
Давайте я, наверное, вторую часть сейчас, друзья, начну, сделаю еще одну. И вторая часть, возможно, будет у нас на первом канале.